ну, чисто не так профессионально, как Саида, а чисто вот с обывательской точки зрения. Вот посмотрите, такие продвинутые врачи, вот как Саида, как Николай Амосов, помните, это кардиохирург, который работал в кардиоцентре в Киеве, очень продвинутый, написал много книг, «Мысли и сердце», я помню, его книгу читала. Есть известное, оно в интернете гуляет, такое выражение, что врач может вас спасти. Ну, какое-то острое состояние, аппендицит. Сделал аппендицит, вы спасены. Не пойдете к врачу, погибнете, перитонит и так далее. Врач вас может спасти, но здоровье ни один врач вам не даст. И Николай Амосов говорит, здоровье в ваших руках. А что значит в ваших руках? Вот как раз продукт EPL, это ведь питание. Еще Авиценна или Гиппократ, по-моему, сказал, что ложкой и вилкой мы себе копаем могилу. Слышали такое выражение? Да, есть такое выражение. Так вот, это как раз относится к питанию. И компания EPL представила на рынок питание. У нас же даже код сертификации не как фармпрепарата лечебного, да, синтезированного, химического, а не как БАД. Биологически активные добавки. У нас же не БАДы с вами. У нас продукт питания. Но только питание клетки. Все продукты питания, БАДы, коктейли, там, смузи и так далее, они идут через ЖКТ, оральный путь приема, через ЖКТ. Наш продукт питания, он универсальный еще и тем, и за счет технологии, потому что вытяжки биофлавоноидов, да, и за счет приема сублингвально под языком, чтобы уж прям напрямую в клетку, в кровь и в клетку, в кровь и в клетку. Это в этом-то его собственная уникальность. Не в способе приема, а в способе технологии и подачи в клетку. Саида очень точно сказала, она как врач это понимает, все, что проходит путь ЖКТ, это очень агрессивная среда. И вот усвоение-то идет только в кишечнике. И Саида сказала, все питание идет через кишечник. Но вы понимаете, что там за среда. Она далеко не стерильная и не идеальна. Она, в принципе, не должна быть стерильной. Там должны быть необходимые микроорганизмы, да? Но все равно всасывание через стенки тонкого кишечника теряется, даже если мы съели хорошее яблоко, там прям все оно и без, в экологически чистом районе выросло, и почва там богатая, обогатил его и железом, и все такое. Ну, попадет оно, это яблоко, в среду кишечник. Во-первых, ЖКТ пройдет. Там как пообработать, там две соляные кислоты. Всякие ферменты, там поджелудочная железа, желчь, тоже не подарок. Все это надо переработать, переварить, опустить в кишечник. И, наконец, в кишечнике начинается всасывание. Да? И потеря колоссальная. И бывает же у всех ощущение. Ты хорошо поел за праздничным столом. Ну, чего-то хочется. Бывает такое ощущение? Вроде и желудок полный, нежелательно переел, да? Опять чего-то хочется. Да это клетка наша просит, да дайте и мне покушать. И вот на требования клетки дайте покушать и мне. Это как раз ответ наш продукт. А почему в аптеку он не идет, если он столь хорош и так помогает здоровье? Вот просто спасибо, Саида, вот разные параллели, разные меры медицина и продукты питания. Слава Богу, что сейчас медицина хоть повернулась и не стала говорить, как в 70-е, 80-е годы, фитотерапия, шарлатанство. Ну, знаете, старшее поколение, что именно так и было. Слава Богу, что как-то признает, что и там фитотерапия работает. Ну, кто себе будет отваривать, заваривать? Ну, в лучшем случае люди, заботящие о себе, там смузи делают или сок свежевыжатый делают. Но ведь это такая современная, удобная форма подачи прямо в клетку, минуя желудок, наш продукт. Это вообще гениальный, простой, гениальный ответ на требования клетки «дайте мне покушать». Вот и мы и кормим клетку, получаем результаты. А зачем в аптеку? Кто будет рассказывать об этом продукте? Ну, могут запустить рекламу на телевидении. Она стоит бешеных денег, когда я узнала, что одна минута на центральном телевидении рекламы стоит $60 000. Куликов решил, да я лучше деньги людям отдам.
Вот пусть они и рассказывают. И я говорил уже, есть обратный эффект. Когда навязчивая реклама с телевизора идет, вот даже то, что ты любишь и хотел бы купить, но уже отторжение, перенасыщение рекламой. И поэтому выбран абсолютно правильный, законный способ. Во всем мире законный, 125 стран признают способ. Это маркетинг. Маркетинг сегодня изучают во всех университетах. Разные направления маркетинга. Вот я давала тему доказательную в Москве на BBS о почему маркетинг именно сетевой и маркетинг традиционный. Почему сегодня мир повернулся лицом к маркетингу нетрадиционному. И даже нефтяные компании, банки и так далее используют элементы, фитнес-центры, элементы, вот очень хорошо Илон говорил об этом, сетевого маркетинга, от сердца к сердцу, от человека к человеку. Рекламе я не поверю. А вот если Илона скажет, а вот это здорово, классно, современное, и покажет, и докажет, ей я поверю. Именно поэтому не в аптеке пойдет. Что там у аптекаря, у него там все полки завалены. И он будет про наш уникальный продукт говорить? Нет. Это абсолютно оптимальная форма подачи во всем мире, от сердца к сердцу, от человека к человеку. И она самая эффективная.